Очередной трагический случай на железной дороге произошел 26 июня в Одинцовском округе, на этот раз на станции Перхушково. В 16:35 к платформе подошел электропоезд. Машинист обратил внимание на мужчину, стоявшего рядом с пешеходным переходом через пути. Как только состав тронулся, человек шагнул на рельсы. В результате наезда он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия скорой помощи.